главность работы кондиционера – это повышенная надежность. Нет постоянно пикового включения или отключения компрессора. Работа при более широких температурных диапазонах. Экономная работа кондиционера. Плавная работа компрессора требует малых затрат электроэнергии. А сейчас расскажем три фактора о инверторных моделях. Первое – надежный и долговечный. Второе – экономичный с низким уровнем шума. Третье – стабильно держит температуру в помещении, обеспечивая функции климат-контроля. А я напоминаю о старте специального предложения 40% скидки на весь ассортимент кондиционеров. Подробнее о функциях и моделях можно прочитать на сайте по ссылке.